Раз, два, три. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Газизов Марат. Начинаю свой ежедневный обзор финансовых рынков, торговли без индикаторов. Но хочу сказать по поводу пятничного движения. В данном случае вот этот тот, скажем так, разбой, который произошел в пятницу, резкое укрепление евро, а потом его резкое падение против американского доллара, ну и, собственно говоря, по другим валютным парам, связанным с американским долларом, это движение, которое на сегодняшний день, именно на понедельник, является неким таким движением, как перезагрузка. То есть в текущем моменте сейчас анализировать короткие таймфреймы, 5-минутные графики, достаточно тяжело, проблематично, я даже сказал бы, практически невозможно. Такого рода события, когда происходит резкий подъем, резкий откат или наоборот, с выбиванием стопов как на покупку, так и на продажу, в данном случае это наносит урон в плане того, что очень сложно в этой ситуации делать какие-либо, ставить какие-то новые разметки. Потому что это движение, это как бы является некой перезагрузкой текущей ситуации. Тем более, что события, скажем, пятничные события, вот эти движения по евро, доллару, по британскому фунту, они происходят в рамках глубокой консолидации. И как бы меняет всю структуру, которая там к этому моменту как бы формировалась и сохранялась. Но тем не менее, давайте попробуем разобраться в текущей ситуации, что можно было сделать. Тем более, что в пятницу те разметки, которые давал, какие-то из них прекрасно сработали, которые, некоторые из них выбило по стопу. Но я как бы выкладывал стейтмент, результаты своей торговли в пятницу. В итоге получился положительный баланс, потому что вовремя срабатывали стоп-лоссы и вовремя срабатывали взятие прибыли. То есть ту стратегию, о которой я рассказываю, предполагает жесткую дисциплину в плане установки стопов. Поэтому, пожалуйста, на будущее, если как бы я даю рекомендации, пожалуйста, в плане постановки стоп-лоссов, выполняйте эти рекомендации безукоризненно. Ну что ж, хорошо, перейдем к текущей ситуации. Ну, во-первых, эта неделя, она предполагает крайне огромное количество различного рода новостей. И новости не такого, скажем, глобального характера, как были всю прошлую неделю, позапрошлую неделю. Единственное, что я могу сказать, что в своем выступлении, вернее, в своих аннотации, которые были по поводу решения по ставкам США, там был указан один интересный момент. По поводу того, что рынок труда в США уменьшается, то есть сохраняется, улучшается, извините, а вот вопросы, связанные с инфляцией, пока что там не очень все хорошо. Плюс, я считаю, замечательные данные по ВВП США, тем более там интересный такой хитрый момент произошел, это пересчет ВВП за первый квартал. Первый был минус 0,2, а пересчет оказался, после пересчета оказалось, что первый квартал не был провальным, плюс 0,6. И тем более то, что ожидания рынка были плюс 2,6 за второй квартал, а вышло 2,3, это, собственно говоря, ни о чем не говорит в плане того, что это плохо. Это наоборот говорит о том, что на самом деле, с учетом пересчета ВВП, экономические показатели США вышли гораздо лучше, чем можно было себе предположить. Ну вот, пожалуйста, вот такого рода манипуляции, ну, может быть, в кавычках, как хотите, воспринимайте. Я лично воспринимаю как манипуляция с общественным сознанием со стороны официальных лиц США. То есть экономические показатели, постоянный пересчет и постоянные, скажем так, их ревизия говорит о том, что, по всей видимости, не преследуют некую цель. Давайте не будем гадать, какую цель. Единственное, что можем сказать, стоит вопрос, процентные ставки ФРС повысят либо в сентябре, а то, что в декабре повысит, как бы считается однозначно, либо они не повысят в сентябре. И, соответственно, все экономические показатели, которые будут выходить из США, будут рассматриваться именно с этой точки зрения. Сколько раз в этом году повысит ФРС процентную ставку? То есть уже не стоит вопрос, повысит или нет, а стоит вопрос о том, сколько раз.
Честно говоря, в связи с тем, что я скептически отношусь к тем экономическим показателям, которые публикуются официально, тем не менее, рынок на них реагирует. Ну что ж, давайте будем реагировать вместе с рынком. Соответственно, те экономические показатели, количество которых огромное будет на этой неделе, необходимо рассматривать с пятничным выходом non-farm payrolls, то есть показателем занятости населения. Поэтому я считаю, что эта неделя будет интересна в плане торговли именно с точки зрения теханализа. И вот, честно говоря, вот я ожидал, что именно будет так, но тем не менее, вот эта пятничная перезагрузка ломает вот эти все мои радужные мечты. Ну что ж, давайте попробуем все равно попробовать разобраться с тем, что сейчас происходит. Так вот, по поводу быстренько того, что какие события будут на этой неделе, давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, сегодня ожидается выход по штатам, большое количество новостей. Важно сегодня, это, естественно, новый какой-то интересный индекс. Это индекс постепенного разгона инфляции, то есть ждут его немножко хуже. Поэтому доллар будет немножко продан в плане выхода этого показателя. В 16.45, в 17.00 будет этот показатель. Пожалуйста, будьте внимательны. Плюс ISM, показатель активности. Ну, в принципе, ждут неплохой, но, тем не менее, как бы это будет накладывать свой отпечаток на текущую торговлю. Не жду сегодня сильных движений в этом плане. Я считаю, что тенденция сегодня боковая, будет несколько боковая тенденция, но, тем не менее, попробуем что-либо сделать. Далее, во вторник будет заседание Резервного банка Австралии по процентной ставке в 7.30 утра. Пожалуйста, будьте внимательны, у них сейчас на уровне 2% находится. Я так помню, что в свое время выступление Карни, это председатель правления Австралии, Банка Австралии, по поводу того, что там есть вероятность того, что все-таки ставку будут срезать и дальше. Ну, посмотрим. У них единственная сейчас ситуация связана с тем, что рынок жилья растет, причем достаточно бурными темпами. И поэтому они не последний раз на своем последнем заседании не срезали процентную ставку. Будем наблюдать за завтрашним днем. Так, это что касается вторника. Я считаю, что будет выход показателей, важный показатель, индекс цен на жилье Галифакс, это в Великобритании. Почему-то у нас ставят одну звездочку, но тем не менее я считаю, что это важный показатель, инфляционный показатель США, Великобритании. Тем более, что выступал председатель правления Кларк. И заявил о том, что есть риски повышения процентных ставок в Великобритании. Причем вопрос стоит о том, что есть вероятность, что ставку могут повысить и в декабре. Поэтому все, что связано с инфляцией в Великобритании, это будет, естественно, оказывать очень серьезное движение на британский фунт. А уж тем более вопрос инфляции связан в секторе жилья в Великобритании. Вот. Далее, какие показатели мы ждем важные? Следующие, это, естественно, тут будет изменение числа занятых АДП из США, предварительный показатель, розничные продажи из Евросоюза, и в четверг рано утром будет безработица в Австралии, занятость населения и так далее. То есть тоже будет, те, кто торгует по австралийцу, будет замечательная возможность использовать технические данные для активной торговли. То есть будет множество различных драйверов, которые могут помочь, используя технический анализ, активно торговать даже в краткосрочном периоде. Ну и в пятницу, естественно, ждут, во-первых, пресс-конференции главы Банка Японии Куроды, будет очень важный, плюс уровень безработицы в Швейцарии, ну и, естественно, уровень безработицы в США 5,3. Неизвестно, какой будет показатель, какой показатель ждут. Ну и уровень занятости населения в сельском хозяйстве. Прошлый показатель был 223 тысячи. Но, как мы помним выступление, мы помним заявление официальных лиц ФРС о том, что рынок занятости улучшается в США последние некоторое время. Поэтому будьте внимательны, и любой провал против американского доллара, по всей видимости, будет сопровождаться резкими откатами. Поэтому я говорю, что будет хорошая возможность для активной торговли. Ну что ж, это что касается новостей. А теперь перейдем непосредственно
изучению графиков текущей ситуации. Так, вопрос. Такие шипы делает сам рынок или это крупные участники намеренно такое устраивают? Карен, вопрос достаточно сложный в плане того, что я, честно говоря, техническую сторону этих шипов не знаю, потому что не был свидетелем, не участвовал в этих вещах. Но надо там смотреть фьючерсные рынки, посмотреть, какие там были заказы. То есть надо смотреть фьючерсы по валютным курсам и смотреть, какие были интересы, какие были заказы. То есть надо посмотреть там объемы, какое количество денег было там влито в этот момент. На споте, к сожалению, данную ситуацию проследить невозможно. То есть объективные данные нужно брать из фьючерсов, то есть оттуда смотреть. И самым главным показателем является объем. Если объем денег был на уровне небольшой волатильности, то, по всей видимости, это был какой-то хулиганский ход. Если же при этом была высокая активность, количество сделок было достаточно большим и при этом были большие деньги, то, по всей видимости, кто-то позиционировался достаточно серьезно. То есть это было объективное движение. Так что сложно мне сказать, Карен, в этом плане. У меня нет данных с фьючерсных рынков. Поехали. Так вот, евро-доллар. В долгосрочной перспективе остается, прошлой неделе оказалось закрытием доджиком, что говорит о неопределенности тенденции, но в связи с тем, что рынок попытался все-таки пробить верхний край канала, поэтому я жду все-таки, ну скажем так, вот на недельном графике здесь некий подъем вот в рамках вот этой разметки, которую я даю, к уровню 1.13, 1.12.50, 1.13, там будем смотреть. Но я считаю, что рынок воспользуется данным подъемом для того, чтобы потом активно продать евро в долгосрочной перспективе, для того, чтобы пробить уровень мартовских низов. Но уже оттуда все-таки я жду разворота тенденции, ну скажем так, в район 1.25 как минимум. Хотя, конечно, есть некие признаки того, что рынок можно сразу при пробу уровня 15 уйти в район 1.25. Но все равно это будет возможность для рынка активной продажи евро с целью обновления мартовских низов. То есть вот такой сценарий. Ну, я склоняюсь к первому сценарию, что все-таки будет прорыв наверх, для того, чтобы потом свалиться вниз, ниже мартовских низов, ниже уровня 1.04. Это евро-доллар недельный. Дневной график. Вот та самая коррекционный откат, который я ждал на позапрошлой неделе, он случился. Но я, честно говоря, ждал, что в связи с тем, что был пробит нисходящий канал, я предполагал, что коррекция будет незначительная. Рынок оценил эту ситуацию по-своему, но все равно я считаю, что евро в краткосрочном периоде поддержан. Может быть, просто коррекция приобрела вот такую более уродливую форму, которую мы здесь видим. Тем не менее, коррекция состоялась, и теперь с текущих уровней жду подъема евро против американского доллара. Естественно, я буду сам искать возможность для активных покупок с постановкой стопа ниже предыдущей. Плюс еще, если данная разметка сработает, тем более, что была попытка коррекции вот этого линии шеи в рамках разворотной модели Head and Shoulders наверх, я думаю, что рынок попробует еще раз воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы продолжить. Но если этого не случится, что ж, тогда мы ждем попытку тестирования нижнего края канала 1.08.15. Дальше сложно сказать, как рынок оценит эту попытку. Ну что ж, будем смотреть на часовом графике. Это дневной график. Часовой график. Вот про этот шип я и, собственно, говорил. Вот этот, я к нему отношусь как некой такой перезагрузки позиции. В пятницу, посмотрите, я давал разметку. Замечательно она себя отработала. Первый уровень пробит оказался. И второй, собственно говоря, я успел воспользоваться этим движением. Стейтмент мой выложен ВКонтакте. Можете посмотреть, как это все было. В текущей ситуации на коротких таймфреймах что-либо здесь разметку давать невозможно. Поэтому вы уж меня простите. На часовом графике сейчас у меня ничего нету. Но вспоминайте, пожалуйста, мои рекомендации по дневному графику, то есть любой откат вниз в текущем моменте сегодня можно, в принципе, попробовать воспользоваться для активной покупки. Ну, давайте попробуем, даже если мы посмотрим вот часовой график, вот он был, коррекционный откат. Желательно было бы, конечно, чтобы эта коррекция была поглубже, вот такого хотя бы плана, без пробоя предыдущей впадины, вот данной впадины.
то тогда, в принципе, можно искать возможность для активной покупки при пробое. Вот это вот здесь есть уже некая такая опора, пробитие которой будет сигналом для покупки евро против американского доллара. Естественно, с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. То есть в данном случае, если цена с текущих уровней где-то вот закончив свой коррекционный откат вниз, попытается пробить вот эту опорную точку, то тогда, в принципе, можно искать возможность для активной покупки. С другой стороны, есть разметка и для движения вниз. Вот с текущих уровней, если цена пойдет вниз и пробьет вот, ту самую опорную точку, которая располагается на уровне 1.0920, в принципе, можно искать продажи с целью тестирования нижнего края вот этого, этой консолидации, то есть вот этой консолидации, которая здесь показана, то есть где-то в район 1.0820. То есть если этот уровень будет пробит, вполне возможно, может возобновиться падение евро против американского доллара. То есть вот где-то вот так вот. То есть здесь вот как раз и та моя просьба, которую я говорил, обязательно работать с жесткими стопами. То есть если вы открываете позицию в какую-либо сторону, обязательно необходимо выставлять стоп-лоссы, потому что рынок может это дело очень быстро сходить, как это было здесь. То есть это приблизительно вот такая разметка. Это на часовом графике. Пятиминутку, естественно, я не рассматриваю, потому что вот этот вот шпиль, который был в пятницу, он полностью поломал всю структуру, и короткие таймфреймы здесь рассматривать практически нечего. Это что касается евро-доллара. Да, конечно, Эдуард, в конце семинара я дам ссылку. Может быть, кто-то... Официальная страница Альпари, пожалуйста, туда заглядывайте. Там есть мои вот эти выложенные семинары. Британский фунт. Британский фунт консолидируется уже пятую неделю подряд. Ничего не поменялось. Если кто помнит, волны Вульфа пока работают. Жду отработки данного сценария. Если цена сразу пойдет с этих низов вниз, с текущих уровней вниз, сформируется модель разворота тенденции, которая называется Head and Shoulder, всеми любимыми трейдерами. И тогда тенденция наверх завершится, по всей видимости, с попыткой тестирования мартовских низов. Это недельный график. Не исключая вероятности того, что рынок попытается третью сформировать вершину в рамках первой, второй, третьей, четвертой, пятой волны наверх, и уже только потом уже разворот тенденции вниз. Все равно тенденция вниз. На недневном графике идет консолидация. Здесь больше интересная ситуация с движением наверх. Почему? Потому что в текущем моменте тенденция наверх пока еще не завершилась. И данную структуру рассматривают как консолидацию перед прорывом наверх. То есть попытка сформировать третью вершину вот в рамках вот этого сценария, который я здесь изобразил. И уже только потом оттуда движение вниз в рамках разворота этой тенденции в обратную сторону. То есть вот эта тенденция наверх, разворот тенденции в обратную сторону. То есть вот в рамках этого движения. Тем более, что сигнал наверх был на прошлой неделе, была попытка пробития трех вершин, и рынок сильно после пробития не откатился. Соответственно, раз сильно мы не ушли с этого уровня, по всей видимости, попытка пробития вершин это повторится. В таком случае ждем зигзагообразной коррекции наверх, первая, вторая, третья. И где-то здесь будем искать для активных продаж британца на дневном графике. На часовом графике сейчас, вследствие вот этого пятничного движения, повторяю, разметка полностью вся оказалась ничтожной. Сейчас у меня разметок здесь нету, по британцу пока что у меня никаких соображений в этом плане нет. Структуры, которые я давал в пятницу, они неплохо себе реализовали, но сейчас, повторяю, никаких разметок по британцу у меня нету. Поэтому вы уж извините, сейчас торгую без британца. На короткие таймфреймы, соответственно, на 5-минутных графиках ничего у меня нет, разметок нет. Пожалуйста, здесь как движение наверх, так и вниз происходит формирование расширяющейся формации. Что-либо там давать, какие-то рекомендации, я бы поостерегся. Далее смотрим. Российский рубль продолжает свое победоносное падение, о том, которое я как бы уже твержу последние несколько месяцев. Вот сегодня с бешеным гэпом произошло открытие. Ну, тут все понятно. В пятницу срезали процентную ставку. Центральный банк, в принципе, это воспринимает правильным действием. Ну и, соответственно, реакция рынка на данное решение. Я считаю, что ставку урезать надо. Вот. Но в краткосрочном периоде все-таки свои зубы Центральный банк должен показать на валютном рынке. То есть вот это вот резкое падение. Была попытка на прошлой неделе. То есть перестали выкупать американские активы, то здесь какие-то перспективы,
скажем так, ослабление вот этого роста наверх, центральный банк должен проявить некую инициативу. Но, тем не менее, в долгосрочном периоде на недельном графике тенденция однозначна, никаких сомнений нет в плане достижения уровня выше 72-82 у меня не остается. То есть тенденция наверх сохраняется. Вот, больше говорить нечего, поэтому если мы покупаем, то, собственно говоря, не боимся интервенции Центрального банка России. Дальше поехали. Швейцарский франк. Долгосрочная перспектива на недельном графике, тенденция наверх сохраняется, разметка сохраняется. Для покупки сигнал будет после пробития данной опорной точки. Пока что на недельном графике ничего не поменялось. На дневном графике была вот та самая перезагрузка. В рамках восходящей тенденции ничего не поменялось, тенденция наверх сохраняется. Соответственно, на часовых графиках ждем коррекционные откаты. Вот в пятницу был такой вот коррекционный откат. Соответственно, любое движение вниз воспринимаем как возможность для активных покупок наверх. Ну вот, например, здесь была вот зигзагообразная коррекция, первая, вторая, третья. Вот сейчас рынок его оттестировал, но пока не попытался воспользоваться данным сценарием движения наверх. То есть вот здесь вот с этих, вот она. Импульс, коррекционный откат в виде трех волн, пробитие ее. Здесь где-то какой-то некий сигнал на покупку с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Сам я буду искать возможность для покупок. Ну что ж, если цена уйдет еще ниже, в принципе, можно будет воспользоваться после того, как цена остановится, сформирует некую двойную впадину на этих низах, перед, не пробив пятничный лоу. В принципе, можно искать возможность для активных покупок. То есть вот приблизительно такую структуру ждем вот это, на таких провалах. Здесь это было, здесь для покупок доллара против швейцарца. Это на часовом графике. Пятиминутные графики, естественно, я не рассматриваю после пятничной перезагрузки. Далее, канадец. По канадцу сегодня произошло новое пробитие, обновление новых вершин. Радует в рамках долгосрочной перспективы, как бы я ждал, что это произойдет. Но чем выше цена идет, тем более, что был пробит важный уровень 1.3060 исторически 2008 года. Но тем, чем выше забирается канадец против доллар против канадца, тем сильнее сигнал на хорошую коррекцию вниз. Почему? Потому что, в принципе, данный подъем, это имеет законченную пятиволновую структуру, 1, 2, 3, 4, 5. И в маленьких структурах тоже есть 5 волн. Соответственно, где-то с этих вершин, после того, как цена на недельном графике остановится, в принципе, можно искать возможность после формирования разворотных моделей, открываем позицию вниз. Но это в долгосрочной перспективе. Краткосрочный дели поддержан. Я ждал более глубокой коррекции. Честно говоря, вот эта коррекция была, но она оказалась одномоментным. И рынок сразу подходил. Канадцы, доллар против канадца, и возобновил свой рост. Соответственно, на часовых графиках очень простая стратегия. Ждем коррекционных откатов. Желательно, чтобы они имели форму зигзага. Вот такого плана. И где, в принципе, на низах с этих уровней ищем возможность для покупок. Ну, вот, например, была здесь такое. Но здесь была пятиволновая структура. В принципе, можно было воспользоваться для открытия позиции после пробития первой опорной точки. Ну, собственно говоря, помните об этих вот коррекционных откатах и открываем позицию наверх. Это по канадцу на часовом графике. По золоту. Золото радует. Тенденция вниз сохраняется на недельном графике, причем с признаками ускорения. Но на дневном графике не дает рынок возможности для продажи золота. Формируется консолидация без отскока наверх. Но, соответственно, сейчас внизу уже продавать поздно, а ждать коррекционный откат наверх достаточно проблематично. Рынок не может вторую неделю скорректировать это движение. Поэтому сейчас золото вне моего внимания. Переходим к японской иене. Японская иена. Недельный график законсолидировался третью неделю подряд. Но с настроением явно наверх. Тем более, что на дневном графике второй раз был показан сигнал на пробитие разметки моей. Вот здесь уже более осознанный стоп-лосс. То есть где-то на этих уровнях ищем возможность для покупок на дневном графике с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. То есть есть уже уровень для стоп-лосса, то есть уже более безопасный вход в рынок. На часовом графике разметку я дал, вот явно выраженная зигзагообразная коррекция. Если цена пробивает данный уровень 124.38, в принципе, можно
открывать позицию в покупку для ожидания дальнейшего роста наверх доллара против японской иены. В принципе, здесь эти структуры неплохо себя реализовали, так что есть шанс, что рынок продолжит свой рост, доллар продолжит свой рост против японской иены. Данный сигнал отменится, если с текущих уровней цена пробьет линию шеи 122.97. Тогда мы ожидаем более глубокой коррекции. И вполне возможно тогда на дневном графике случится и вообще разворот тенденции в обратную сторону. Так что будьте осторожны со стоп-лоссами. Австралиец. Австралиец прошлую неделю закрыл доджиком, что говорит о неуверенности продолжения тенденции вниз. Но и в связи с этим я жду, честно говоря, разметки той, что рынок все-таки попытается скорректировать данные безудержные падения. Тем более, что для этого шанс есть. Во вторник состоится заседание Центрального банка, Резервного банка Австралии. Если ставку оставить без изменения, то тогда не исключая вероятности того, что австралийцы могут купить в моменте. Это недельный график. Хотя в долгосрочной перспективе цена подошла к линии точки кластер. Это является опорной точкой для либо резкого ухода в коррекцию, либо резкого провала вниз, если цена этот уровень пробивает. Собственно говоря, ждем. На дневном графике нисходящая тенденция была пробита, и сейчас рынок находится выше пробитого канала. Поэтому есть вероятность того, что вот ту коррекцию, которую я ждал уже несколько недель, она в принципе может возобновиться наверх. Ну, давайте посмотрим на часовых графиках, есть ли для этого какой-то сигнал, разметка. Нет, к сожалению, здесь нет никакого сигнала для хорошей коррекции наверх. Почему? Потому что, посмотрите, пожалуйста, после пробития предыдущей впадины рынок рисует, изображает вот эту расходящуюся формацию. В данной структуре что-либо делать, какие-либо разметки я бы сейчас не стал бы. Прошлый сигнал очень неплохо себе реализовал, но вот в текущем моменте, сейчас на часах, у меня разметки нету. Есть некий сигнал, но, честно говоря, такой не очень уверенный. Вот пробить вот этой опорной точки для покупок. Но сам я ничего делать сейчас не буду по австралийцу в свете завтрашнего заседания Резервного банка Австралии. И вам тоже рекомендую пока что ограничить свою торговлю по австралийцу. Повторяю, что несмотря на это, на дневном графике есть риск того, что может быть какой-то некий такой резкий откат наверх. Ну, приблизительно в рамках вот такой структуры. Но я сейчас оставляю австралийца вне поля зрения, поэтому рекомендации по ним не даю. Новозеландский доллар продолжает свою консолидацию на недельном графике, но хочу добавить, что на дневном графике появился сигнал в пятницу. К сожалению, меня здесь вот этим пробоем наверх, выше предыдущего свечного дня, у меня вынесло по стопу, но сигнал вниз сохраняется в рамках ABC трехволновой коррекции. Единственное, что здесь может помешать падению новозеландца против доллара, это то, что технически здесь цена вышла из нисходящей коррекции. И цена присела вчера, пятницу, к линии поддержки и от него отскочила. Поэтому, если открываем позицию вниз с текущих уровней, с обязательным жестким стоп-лоссом ниже, выше предыдущей вершины. На дневном графике, на часовом графике это более такая наглядная картина. В данном случае здесь, посмотрите, пожалуйста, вот он этот сигнал, разметка пока в рабочая. Поэтому, если где-то вниз мы открываем позицию на продажу, то обязательно постановка стопа выше предыдущей вершины. Пожалуйста, будьте внимательны. Это у нас австралиец. Ну, собственно говоря, на этом я завершаю свой семинар. Те, кто не успел сначала, данная запись будет выложена в течение получаса. Ну что ж, желаю всем удачи. Спасибо всем, кто был со мной, задавали вопросы. Встречаюсь с вами завтра во вторник. Вот. И потом хочу предупредить о том, что у меня эта неделя последняя, я ухожу в отпуск. Появлюсь я только уже в сентябре, поэтому эта неделя последняя в плане вот этих вот рекомендаций. Готовлю материал по ПАМ-счетам, интересный есть материал, как можно воспользоваться инвестированием в управляющих, то есть в тех трейдеров, которые достаточно долго торгуют на этих финансовых рынках, приносят постоянно, ну, есть постоянно доходность. Так что следите за анонсами и обратите ваше, пожалуйста, внимание на ПАМ-счета. Там есть интересные варианты. С вами был Газизов Марат. Всего хорошего.
Встречаемся с вами завтра в 12. До свидания.